Влияние Луны на Землю – неоспоримый факт. Приливы и отливы океана, буйный рост растений и усиление биологических процессов в живых организмах – все это проделки спутника нашей планеты. А совсем скоро – полнолуние. Что советуют астрологи в этот период? Представителям всех знаков зодиака расскажем в нашей программе «12 созвездий». Полнолуние. Многие люди ощущают прилив силы и энергии, который может вызвать повышенную эмоциональность. На этой неделе не стоит себя перегружать. С 7 по 13 ноября на первое место поставьте свое хобби – общение с друзьями, посещение интересных мест. Уделите время релаксу и тем вещам, которые поднимают вам настроение. При этом остерегайтесь излишеств. Овны, выясняя отношения, отстаивая свои права и независимость, наберитесь терпения и мудрости. Посмотрите на себя со стороны, и, возможно, вы увидите способ изменить ситуацию в свою пользу. Если вы не потеряете душевного равновесия, то неделя будет благоприятна для работы и налаживания личной жизни. Подготовьте прочный фундамент для будущих крупных проектов. Тельцы, в начале недели будьте предусмотрительны, не переоценивайте своих возможностей. В понедельник вам может показаться, что вы совсем справитесь, но результаты дня могут разочаровать. Неделя благоприятна для деловых поездок, встреч и путешествий. В четверг вам необходимо прислушаться к интуиции. Она подскажет, как правильно сделать выбор. На работе перед вами возникнут новые задачи. Придется общаться с незнакомыми людьми. В субботу звезды советуют приступить к реализации проектов. Близнецам на этой неделе необходимо полностью погрузиться в работу и разобраться с накопившимися делами. Во вторник можно ожидать солидную прибыль, если до этого вы много трудились. Возможны интересные поездки и встречи. В среду вы можете рассчитывать на помощь друзей. В пятницу есть шанс получить перспективное предложение. Ваши творческие идеи непременно оценят. Совет от звезд для раков. Свои планы и замыслы лучше сохраняйте в секрете. Тогда будет больше шансов их реализовать. Подумайте о повышении вашего профессионального уровня. Курсы и мастер-классы вам не повредят. Вы можете смело идти на риск. Вероятность достижения успеха достаточно велика. И еще пятница – хороший день для того, чтобы устроиться на новую работу. Львы. Результаты работы, проделанной ранее, могут разочаровать. Трудились вы, а лавры достанутся другим. Воспринимайте это как жизненный урок, и скоро вы получите моральное и даже материальное удовлетворение. Постарайтесь не выяснять отношения с деловыми партнерами и членами семьи. Пятница благоприятна для научных исследований и открытий. В конце недели уделите больше внимания детям. Для дев эта неделя может быть яркой и непредсказуемой. Во вторник ждите события, которое откроет перед вами новые горизонты. С помощью близких людей вы сможете избавиться от проблемы, которая волновала вас долгое время. В среду текущие дела могут подождать. Это удачный день для начала путешествия. Общение в дороге принесет незабываемые впечатления. Если вам пока не до поездок, то суббота – благоприятный день для реализации самых дерзких замыслов в личной жизни. Весы, спешите реализовывать свои сокровенные мечты, так как эти дни открывают перед вами самые блестящие перспективы. Встречи и знакомства окажутся плодотворными. Не стремитесь сразу же всех поразить, входите в новый круг постепенно. На этой неделе стоит заложить фундамент для будущих отношений. Во второй ее половине придется доказывать начальству, что вы способны на многое. В незнакомой обстановке проявите разумную сдержанность. Это позволит избежать недоразумений. А вот скорпионам пора стряхнуть с себя лень и вновь устремиться к новым целям и свершениям. Начинайте прямо с понедельника, и вы многое сможете успеть. Все проекты окажутся успешными, а идеи понравятся заказчику и принесут прибыль. Воскресенье – удачный день для активного отдыха на природе.
В понедельник и вторник стрельцам необходимо следить за своей речью и не идти на поводу у эмоций. Неделя благоприятна для изобретательской деятельности, возможно появление новых идей. Среда принесет дополнительный заработок. Не слишком увлекайтесь творческими фантазиями, делайте акцент на их реализацию. Козероги, на этой неделе у вас появится возможность сделать много добрых дел и добиться значительных успехов на работе. Но это не повод задирать нос. В понедельник не стоит начинать ничего нового и соблюдайте осторожность в высказываниях. В субботу незапланированная встреча откроет перед вами новые перспективы в личной жизни. Водолеям звезды рекомендуют: сконцентрируйтесь на главных делах, включите логику. Во вторник и среду вам придется отстаивать свою точку зрения. Не нужно идти на поводу у других, пусть даже очень влиятельных людей. У рыб неделя благоприятна для карьерного роста и достижения намеченных целей. А вот в семье возможны разногласия. С вашим мнением не всегда будут считаться. Возможно, вам придется усомниться в надежности и искренности вашего партнера. В четверг постарайтесь не опаздывать, вести себя пунктуально и соблюдать все взятые на себя обязательства. Иначе рискуете поссориться с большим количеством людей. В выходные отдохните от суеты. Вот такую интересную неделю обещают нам звезды. Смотрите наш еженедельный гороскоп на телеканале «Видное ТВ» и будьте уверены, вы родились под счастливым созвездием. С вами была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.